Подача и игра началась. Зрители, задержав дыхание, наблюдают за любимыми командами. Ведь за 17 лет проведения турнира, который стал уже традиционным, у болельщиков появились свои фавориты. С каждым годом число и география участников турнира растет. Еще в 2006 году это были любительские состязания, а сегодня здесь собрались настоящие профессионалы. Можно сказать, он один из лучших турниров Карачаева-Черкесии. Этот турнир дал толчок развитию волейбола не только в Хабетском районе, можно сказать, и в республике. То поколение, которое выросло на этом турнире, у нас еще молодые люди уже играют в Ставропольской лиге. У нас следующее поколение призеры СКФО волейбола, молодое пополнение у нас очень хорошее, они уже играют на профессиональном уровне. А так, вот благодаря Рашиду и брату Расулу, вот у них инициатива была такая, что они хотели, чтобы развивался волейбол. Первые турниры, они у нас такие были на уровне района, но мы уже выросли. Рустам Дышеков всегда активно занимался спортом и поддерживал здоровый образ жизни. А основным его увлечением был волейбол. Поэтому его старший брат и решил проводить ежегодные соревнования в памяти своего брата, тем самым реанимировав этот вид спорта в районе. Благодаря этому турниру сейчас наши ребята стали еще лучше развиваться, лучше играть, выигрывать разные соревнования, разные турниры. Ну и в дальнейшем будем пытаться получше турниры делать, лучше развиваться. В этом году в турнире приняло участие 4 команды из Карачаева-Черкесии и по одной из Ставропольского и Краснодарского краев. Все игроки показали достойную игру, и не было вначале понятно, кто лидер. Но капитан команды города Черкесска Дмитрий Басов отметил, что главным их соперником является команда из Хабетского района, с которой они ежегодно встречаются в финале. Мы начали первую игру, в принципе, все нормально. Команды на одном уровне, очень хорошие игры, вот, турнир очень хороший. И, ну, организация на высоте, вот, мы очень сильно готовились к этому турниру. Впереди нас еще ждет матч, и как бы очень трудный, мы к нему готовились, Хабетск-Черкесск. Мы, конечно, думали, что мы на них в группе не попадем, мы выйдем в финале с ними играть, потому что каждый год мы с ними постоянно встречаемся, постоянные вот эти соревнования, и мы всегда в финале вместе с ними. Вот. Ну, надеемся, что мы пройдем. Но в этот раз сборная Хабетского района вышла из группы, где в финале сыграла с командой из Невинномысска, забрав первое место. За третье место сразились сборные из Карачаевской и Черкесской, где последние обыграли противника. Алина Слемесова, Назир Капушев, Архыз 24.